Дорогие сочинки, от имени всех мужчин нашего города поздравляю вас с Международным женским днем. Начало весны – это пробуждение новой жизни. Поэтому очень символично, что женский праздник приходится именно на эти дни. Новая жизнь и у нашего города. И мы благодарны сочинкам за огромный вклад, который они вносят в развитие курорта. Мы делаем все возможное, чтобы создать вам, дорогие сочинки, комфортные условия. В нашем городе проведена масштабная модернизация всей социальной сферы. Проводится огромная работа, направленная на поддержку материнства и детства. Все это делается в первую очередь для вас. Именно вы закладываете в наших детях доброе и вечное. Растите их справедливыми и порядочными. Милые дамы, вы для нас источник света и вдохновения. Мы гордимся вами. Мы благодарны вам за заботу и любовь, за терпение и понимание. Дорогие женщины, счастья вам, здоровья, благополучия и успехов. Пусть в вашей жизни всегда будут цветы и улыбки. Пусть каждый новый день дарит вам тепло и радость. С праздником!